zero down. Don't. Алло. Да. Ну, я второй раз навалился, ему разодрал чуть-чуть по корме. Есть мысли, блядь, ебошить военные, а не буксир. И они тогда становятся точно военные, маневренные, они начали маневрировать быстро. Лево на борде! Есть. Михайлович, команда руководства пограничной службы, ебашить их так, тараном, короче, чтобы нахуй победить все. Это оперативная группа, капитан Блафф. Москва уточняет, кто совершил навал. Бескардон. Бескардон, в отношении кого? А-947. А-947. Принято. Точка, точка. Командир БЧ-1. Точки дайте, в каком был совершен навал, и в точке, в которой вы сейчас находитесь. Первый навал. 56 и 0. И 0. 36, 38. 38. Время? 7.35. Первый навал. Второй навал. 44, 56 и 6. Да. 36, 36. Время? Время 7.44. 7.44. Больше не было навалов? Нет. Ваши сейчас координаты? 44, 58 и 7, 34. Да может быть вчетвером, блядь, одного нахуй, ебать, сначала одного ебанут, потом другого. А я пытаюсь, он маневрирует, он понял, что он маневренный, блин. И как я подхожу, уходит, блин, на борт, поворачивает, блядь, надо их проебашить, блядь. Медведев, блядь, в такой панике, а такое ощущение, что там президент нахуй контролирует эту хуйню. Ну, я знаю, я понимаю, но попытки есть. Блядь, винта рулевую куда-нибудь, что-нибудь с ним захуячить, блядь. Ты не пытался его ебать? Пытаюсь, он не выпускает. Лафетов попытался, вот пытаешься заливать его, нет? Они у нас это, не фурычат. У нас столкновение с Изумрудом. Серьезное. Между собой, что ли? Оперативная группа. Подскажите, кто применял оружие по предупредительную трубу? Изумруд, да? Не могу выйти на Изумруд, там кипиш сильный в эфире. Там один оружие, или что-то происходит. Что, направление? Курья. Кинул. Я пройдет. Ваши координаты. 44, 58, 7, 34. Да может быть вчетвером для эталонов, либо все родовые будут другого. А я пытаюсь, он маневрирует, но он понял, что он маневренный, блин. И как я подхожу, ходит, набор поворачивается и уходит. Надо, блядь, ебашить, нахуй. Видим, уже в такой панике, такое ощущение, что там президент нас контролирует эту хуйню. Ну, я знаю, я понимаю, что попытки есть. Нам с этого не порычит. Нам столкновение с Изумрудом. Серьезно. Между собой, что ли? Да. Оперативная группа. Подскажите, кто применял оружие по предупредительную стрельбу? Изумруд, да? Не могу выйти на Изумруд, там кипиш сильный в эфире. Там эти орут в Украине, или что там происходит. Без коробочки, блин.